Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Сегодня я хочу поделиться очень вкусным бюджетным рецептом приготовления вкусного ужина. Друзья, начинаем готовить. Погнали! Я уже предварительно картофель отваривал картофель в мундире ровно 25 минут. Теперь поместил картофель в форму и с помощью столовой ложки слегка ее раздавливаю. Каждую. Добавляю пару кусочков сливочного масла. Добавляю также 2 зубчика чеснока, нарезаю на вот такие вот слайсы, дольки. И добавляю не через терку, а именно вот таким вот образом добавляю. Теперь хочу приготовить соус-маринад именно для картофеля. Добавляю буквально 2-3 столовые ложки растительного масла. Столовая ложка яблочного уксуса, именно яблочного. Свежемолотый перец, в данный момент у меня смесь перцев. Беру паприку сладкую, копченую. Она добавляет свою изюминку. И добавляю буквально пол чайной ложки без горки розмарина. Не забываем за соль. Соль по вкусу. Все хорошенечко нужно перемешать. Теперь каждую картошку смазываем нашим вкуснейшим маринадом. Отправляю картофель в духовочку. Выпекать буду при конвекции при температуре 220 градусов примерно 15-20 минут. Все зависит от вашей духовки. Ну что, друзья, давайте попробуем. Это самая вкусная картошка в мундире, друзья. Обязательно попробуйте. Очень вкусно, ароматно и необычно. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. И не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.